День России – это праздник свободы, гражданского мира и согласия. В этот день нас объединяет гордость за великое прошлое нашей страны, любовь к современной России и чувство ответственности за ее будущее. Главная задача государства – это успех, достаток и благосостояние его граждан. В этот праздник я желаю вам благополучия. Пусть в ваших домах царят уют и процветание, а сердца будут наполнены любовью к родине. С праздником здоровья, мира и добра! Валерий Скрук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.